Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем кулинарном балконе. Сегодня у нас настолько простое печенье. Обычно я такие рецепты называю «приготовить из ничего». Если у вас гости или пришла подружка попить чай, и вот не с чем попить чай, приготовьте такое печенье. Оно сверху такое плотненькое, но внутри хрустящее. Это просто. Так, давайте начнем. Здесь у меня 100 грамм сахара. Добавляем одно яйцо и 100 грамм растительного масла. Готовится из самых простых ингредиентов. Так, что моя камера? Так, добавляем пакетик ванильного сахара. И все это хорошо перемешиваем. У нас получается как бы эмульсия. Даем 20 секунд, чтобы сахар растворился. Посмотрите, какая у нас масса получилась. Так, 10 секунд прошло, я думаю, вполне достаточно. Посмотрите, какая масса. Добавляем 250 грамм просеянной муки и пакетик рыхлителя теста. Из этого теста можете формировать любое печенье. Можно его раскатывать, можно сделать порционно, можно формочкой. Но сегодня я решила сделать такую форму, облегчить себе задачу. Ничего не раскатывать, я сейчас вам покажу. Как говорят, голь на выдумке хитра. А как вы думаете? Так, убираем. Тесто прекрасно замешивается. Давайте переложим. Нам так будет удобнее и быстрее, чтобы вас не задерживать. Вам хорошо видно? Так, все, давайте. Замешивается буквально одну минуту. Знаете, мне это тесто напоминает, когда мы с вами готовили печенье на рассоле. Вот, по своей текстуре. Вот, посмотрите, я собрала всю муку. Долго я не замешиваю, просто собрала в комок. Смотрите, чистый стол, чистые руки. Так, все. Делаем колбаску. Как я уже сказала, можно его раскатать. А я буду использовать такое приспособление. Все догадались, для чего это? Для нарезки яиц. Знаете, у меня ему уже 100 лет в обед. Я вам хотела посмотреть, какого года. Написано цена 1 рубль. Так, смотрите, давайте я не буду задерживать. Мне нравится так сегодня именно. Я беру тесто, немножко прижимаю и вытаскиваю. Красиво и быстро. Давайте мы с вами быстро сделаем. Я немножко помолчу. Можно на весах, чтобы они все были одинаковые. Но я думаю, для домашнего чаепития это не так важно. Посмотрите, какое красивое. Посмотрите, буквально за 4 минуты мы с вами замесили и сформировали чудо-печенье.
Так, еще парочку, дальше я вам не буду показывать. Процесс понятен. Выпекаем. Пока я делаю печенье, я вам расскажу. Выпекаем. Температура 170-180 градусов, смотря при какой вы печете. Я привыкла при 170. Смотрите, 10-15 минут. Если мои более толстенькие печенья, я их буду печь минут 15. А если совсем тонкое печенье, то 10 минут. Смотрите, сверху они должны быть такие беленькие. Одно поджаренная корочка. Быстро? Как вам моя идея? Я еще нигде не видела, чтобы при помощи яйцерезки формировали печенье. Напишите, какими вы гаджетами пользуетесь. Что новенькое можно увидеть. Сейчас наши обычные приспособления мы используем по-разному. Честно говоря, я сама первый раз. Почему-то мне сегодня на глаза попалась моя яйцерезка. Все, все, я вас не задерживаю. Сейчас, все. Посмотрите на эту красоту. Хочу вам показать. Все одинаковые. Очень красивые. Убираем лишнее тесто. Прошло 15 минут. Вы же знаете, что кухня у меня волшебная. Не кухня, а балкон. Посмотрите на эту красоту. Снизу поджаренная корочка. Оно, конечно, не мягкое. Сейчас оно очень такое. Видите? Стучит хорошо. Но оно, я хотела вам показать. Так, где бы вам показать? Оно, посмотрите, какое. Давайте вместе, готовы? А внутри какая прелесть. Корочка. И вы когда... Можно с несладким чаем. Вы можете сказать, что 100 грамм сахара это много. Но несладким чаем вы положили в рот, и оно прямо тает. Не забывайте подписываться на мой канал. Я вас жду. Посмотрите, какое печенье из ничего, я считаю. Сахар, яйцо, растительное масло и мука. Оно просто нереальное. Всем пока. До новых встреч. Я вас жду на моем канале.